если нам и правда... А вот и Зо с вами. Вот и я, как обещала. Пение. Значит, ваш хор собрался? Да, собрался. Без Варлы я бы не справилась. Но не уверена, что это поможет. В хоре нет гармонии. Пещера — это больная тема. Дух земли Фа так и не вернулась. И с каждым днем все больше машин-убийц выходит оттуда и бросается на линию обороны, которую мы выставили у входа. Но это лишь часть фальшивых нот. Твоя просьба обнажила конфликт внутри самого хора и племени. Ты сказала, что без него ты бы не собрала хор. Что ты сделал? Некоторые участники хора отказались рассматривать твою просьбу. Они считают, что пещера только для духов земли. Но Варл дал идею сыграть на том, что ты сделала с Рэй. Иногда мало самому просить наделенных властью. Нужно, чтобы и другие попросили за тебя. Мы рассказали всем о том, как ты помогла Рэй. Возможно, даже слегка преувеличили. Интерес к тебе вырос, и люди убедили хор встретиться с тобой. Такой подход работал у нас с матриархами. И с моей матерью тоже. Пару раз. Неплохо. Политикой займешься ты. О, нет. Уверен, тебе все равно придется самой давить на них. Я понимаю, пещера священна, но почему столько шума из-за просьбы туда войти? Шум начался раньше. Многие в племени... И большинство хора хотят продолжать делать то, что и всегда. То есть не делать ничего. Но другие требуют перемен. Или даже крайних мер. Твоя просьба лишь подлила масло в огонь. Ну да, традиции. Я с этим сталкивалась. Но каждое племя относится к ним по-своему. Возможно. Вы построили укрепление у пещеры? Деревянные заграждения. У нас нет каменщиков, как у Карха или Азерам. На самом деле машины сдерживают наши лучники. Каждый день отбивают все новые волны. Надеюсь, они выдержат. Что за машины выходят из пещеры? Стервятники и убийцы охотников. Но они сильнее тех, что мы видели раньше. Очень злобные и светятся фиолетовым. Звучит знакомо. Ты уже сражалась с такими? Если верить твоему описанию, то да. В пещере может быть еще одна проблема. Дополнительный повод разведать, что там происходит. Что случилось с духами земли после помешательства? Они слабели. Год за годом. Раньше они были мирными, а теперь угрожают нам при встрече. Даже нападают. Они всегда удобряли почву, но за последние годы они превратили ее в сплошной перегной. Поля источают зловоние, и порча распространяется все шире по землям. Раньше была еда для всех, а теперь едва хватает нашим детям. Перенасыщение почвы. Споры с этим связаны? Я не знаю. И это не все проблемы. Раз в год духи земли посещали священную пещеру. Но перестали. Без обряда обновления они рассыпаются, как Ре. Они умирают. А с
ними и племя. Итак, хор собрался. Что дальше? Они обсуждают твою просьбу. И когда мы с ними поговорим? Когда будешь готова. Не спеши. Их споры не скоро завершатся. Такие встречи длятся не один день. Тогда сперва пополню запасы. Кто знает, сколько машин будет в той пещере. Хор еще не разрешил тебе туда войти. Элой умеет быть очень убедительной. Посмотрим. Подготовь, что тебе нужно. Мы будем ждать наверху, рядом с собранием хора. Да поможет тебе. Направляешься на юго-запад от Песни Долины, будь начеку. Нам сообщали, что там есть мятежники Тенакт. Наши разведчики до сих пор не оправились от ран. Буду иметь в виду. Похоже, Утару не помешала бы помощь против мятежников Тенакт. Значит, слухи не врут. Ты должно быть та, кто победила защитника Регалы. И та, из-за кого поднялась вся эта шумиха. Что Тенакт делает в Песне Долины? Собирается в охотничьи угодья. И ты приходи, это к северо-западу. Наверняка такой умелый воин справится с испытаниями. Легко. Встретимся там. Хору чужеземку. Надь, вижу, петь не перестали. Значит, хор продолжает собрание. Люди поют, чтобы умиротворить хор, помочь найти решение. Песни нужны, потому что нет гармонии. Но мне же не придется петь, да? Конечно, нет. Пение остановится, когда мы представимся. Ты готова? Да, пора пообщаться.
Говори. Мне нужно забрать кое-что из священной пещеры. Эта вещь может помочь. Зо и тот Нора поведали нам твою историю. Никто не входит в эту пещеру. И что тебе нужно? Нам не знакомы другие духи пещеры. Лишь Фа, дух земли, которая оттуда не вернулась. Сила духов земли иссякла. Мы лишились всего. Сказки о духах не помогут. Нам конец. Мы ослабнем, умрем и станем почвой для новой жизни. Таков закон природы. Да. Что? Вы будете сидеть тут, пока не станете кормом для червей? Буквально? Слова чужачки, незнакомые с нашей верой. Прошу, вспомните, что она помогла Ре. Послушайте ее. Ты уже не первый раз проявляешь дерзость, Зо. Мы помним, как ты уговаривала всех развязать войну с Карха. Она хочет помочь вам. Как? Поддержав тебя в нарушении традиций? Мы должны изменить обычаям, чтоб угодить бродяжке, пришедшей в песню долины? Нет. Вы должны изменить им, потому что ваши земли вас убивают. Она права. Мы стояли и смотрели, пока гибли духи земли. А теперь будем смотреть, как гибнут соседи и дети. А вот эта чужачка спасет нас? Чушь. Одно семя не изменит бесконечный цикл роста и увядания. Тревога! Нападение в горах! Что происходит? Звук шел от кордона? Тревога! Машины прорвали заграждение. Надо поспешить туда. А как же хор? Если защита пала, нам ничто не помешает войти в пещеру. Разрешение больше не нужно. Тогда вперед. Сюда! За ворота вдоль гор! Там в поле сражаются. Это какие-то необычные машины. Я уже встречала такие машины. Убийцы. Они пришли из пещеры. Песню долины защитят. А нам пора. Ты правда считаешь, что мы сумеем что-то сделать? Если я права, то да. Снова машины. Огонь ей не нравится. Эти машины сильнее, опаснее, чем обычные. В той пещере нас ждут не только меня, но и пропавший дух земли. Целись, что у вас сейчас! Беру эту цель! Элой, мне нужна помощь! Но! Это моя цель! Мы справимся! У меня есть! Боеприпасы нужны?
забрали все, что могли. Поспешим. Машины повсюду. Этой тропой всегда идут духи земли. Она приведет нас к кордону. Снова машины! Мы победим их, Алой. Иди вперед! Случилось, Алой? Обработай раны. Начнем охоту. Я займусь твоей машиной. Нет, не может быть. Снова машины. Мы победим их, Алой. Иди вперед. Нет, нет, давай. Охотник и его собрал.
все рвану! Элой! Укройся и лечись! Элой, держи снаряды! Это нас не остановит! Возьми снаряды! Сейчас ты сдохнешь! Прикончим их всех! Боеприпасы кончились! Уязвимые места и правда работают! Обожаю охотиться! Теперь к пещере. Пошли. Я за тобой. Машины повсюду. Сюда, Элой. Почти на месте. Как много машин прорвалось. Что случилось с охраной кордона? Надо подготовить. Паршиво! Нужны снаряды! Нет смысла прятаться! Столько погибших. Мы отпоем их, когда придет время. А пока идем дальше. В пещеру. Идти дальше. Да простят нас духи земли за дерзость. Что это? Какая-то стена. Стена из света. Придется искать путь в обход. Мы пойдем за тобой, Элой.
Сюда! Приберегу на будущее. Что там впереди? Похоже на дверь котла. Чтобы понять, что тут происходит, понадобится такая штука. Пристрой к виску. Вот так. Дверь светится синим. Да, ты привыкнешь не сразу. Не волнуйся, Зоха, я помогу. Слушайте, машины, с которыми мы сражались, опаснее обычных. Значит, где-то за этой дверью скрывается что-то очень мощное. И хочет убить нас. Идите за мной. И будьте наготове. Ищем главный зал и ядро. Так много железа. Кто все это построил? Машина. Ты таких еще не видела. Не одолеем! Мне хватит и клинка! Она загорелась! Эту я прикончил! Значит, это котел.
Здесь рождаются машины. Похоже на то. Но если духи Земли приходят и уходят, значит, их тут не только собирают, но и ремонтируют. А тот дух, который еще один. Там не пройти. Хочет нас убить. Он захватывает такие места и создает машину убийц. Его зовут Гефест. Даже гора прогнила духами. Похоже, кабели не дадут попасть наверх. Ждите меня здесь. Я найду другой путь. Ладно. Панели на полу. Похоже, та панель на полу немного выше остальных. Зачем на полу те световые панели? Похоже, часть этих колонн вращается. Может, получится застопорить приводы стрелой и забраться по ним наверх. Особое зрение. Оно показало Элой, что беспокоило Ре? Да. Оно показывает разное. Огни, картинки, глифы, уязвимости машин. Все норы носят такие? Нет. Только мы с Элой. Ну и ты теперь. Зо! Можешь встать на ту панель? Изменилось.
Вот. Теперь можно забраться наверх. Что там за снова панель на полу. Она. Но отсюда мне по приводам не попасть. Может, поставить сюда что-то тяжелое? Ты нашла способ перебраться? Пытаюсь! Вот ящик должен подойти. Думаю, что ящик влезет в проход. Похоже, я смогу протолкнуть ящик через щит. А мне придется в обход. Готово. Приводы на колоннах теперь к моим услугам. Почти. Теперь можно перебраться. Как дела наверху, Элой? Опять эти колонны. Где-то поблизости должна быть панель на полу. Ладно, теперь перерезу. Своими кабелями весь узел. Может, получится ими управлять? Есть. Кабели двигаются. Они отступают.
Можно забраться по вентиляции. Как перебраться? Кабели оплелись вокруг узла на той стороне. Если доберусь туда, придумаю. Подождем здесь. Посмотрим, что можно сделать. Получилось. Перебирайтесь сюда. Переместить основное вооружение в модуль G1. Кто это? Гефест. Он все тут захватил. Похоже, на другой стороне есть еще один узел. Рядом с дверью. Ты знаешь, что это? Пожалуй, оставлю при себе. Начать заправку модуля G1. Фа нигде не видно. Это большое место. Мы найдем ее. Как добраться до узла на той стороне? Повысить КПД на 20%. Включить дополнительное распределение G1 Z. Переместить вторичные пакеты в хранилище 5 и 12. Загрузить боеприпасы в модули с A-59 OB-24. Запустить анализ вооружения Альфа.
запустить вспомогательную систему 9HX. Анализ вооружения завершен. Повысить зажигательный боезапас модуля G1. Транспортеры несут много оружия. Что задумал? Активировать физ? Матрицу Гамма-5. Варо, наверху! Она в воздухе! Не отпускай, Элой! Это в планы не входило. Начать заправку модуля G1. Приехали. Пора отпускать. Ладно, что теперь? Повысить КПД на 20%. А вот и узел. Включить дополнительное распределение G1 Beta. Переместить вторичный.